Во второй игровой день первенства Казахстана по футболу среди молодежных команд первой лиги воспитанники профессионального футбольного клуба «Каспий» одержали победы. В Алматы, где идет борьба за золотые медали, тренер Ержан Джамбиров с командой «Каспий-99» с минимальным преимуществом добился победы над ЦСКА 2-1. Здесь же «Акжитпес» выдал результативную игру с «Астаной» 64-6-3. В Кокшетау «Каспий-2000» обыграл «Экибастуз» 1-0. Местный «Акжитпес» взял 3 очка в матче с ЦСКА 2-1. В Актау, где команды 2001 года рождения ведут борьбу за 5-8 места, «Экибастуз» после поражения от хозяев в сухую переиграл алматинский ЦСКА 3-0. Игра, в принципе, в целом меня удовлетворила. Первый тайм не использовали явные моменты, 2-3 момента. Кстати, и у них тоже был. Там еще неизвестно, как бы все это кончилось. Но второй тайм немножко ЦСКА все-таки подсела. Появилось у нас больше моментов. И мы реализовали то, что у нас было. В принципе, должны были еще забивать. Ну, команда неплохая. Это детский футбол-то. Сегодня одни, завтра другие, так что относительно равные команды. В упорном противостоянии «Каспия» и «Акжитпеса» победу праздновали актауские футболисты. Первый гол был забит на 30-й минуте после розыгрыша стандартного положения. Отличился Бекзат Жаксылыков. Во втором тайме, воспользовавшись неразберихой в обороне, гости восстановили равновесие. Но за 10 минут до финального свистка Ельнур Амангельды ударом из-за пределов штрафной площади принес победу «Каспию» 2-1. В субботу, 27 сентября, в Актау пройдут заключительные игры. В 12:00 играет «Экибастуз» «Акжитпес», в 13:15 «Каспий» «ЦСКА».